Матерей мобилизованных жителей округа пригласили в Центр социального обслуживания «Домодедовский», чтобы поздравить с 8 марта. Эти женщины перестали спать спокойно, когда их сыновья получили повестки или добровольцами отправились в зону СВО. Сын Людмилы Власенко почти полгода участвует в спецоперации. Редкие звонки – единственная связь. То, что там происходит, не рассказывают, потому что это очень тяжело, сложно. Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова обратилась к матерям с проникновенными словами. Она и сама вырастила детей, а потому ей несложно понять боль материнских сердец. От нас с вами зависит очень много. От вашей веры, от вашего упорного материнского молитвенного верования и слова. Мы верим. И все будет хорошо. Однозначно будет хорошо. Татьяна Квасникова зачитала женщинам поздравительную открытку от председателя Московского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова, передала подарки к 8 марта и выслушала вопросы, которые задали матери мобилизованных. Помощь участникам СВО оказывается регулярно. На этой встрече женщинам было обещано адресно приобретать и отправлять все необходимое бойцам. Представитель местного отделения «Единой России» записал координаты и имена всех, кто нуждается в теплой одежде и других вещах. Поддержка наших ребят – самое главное, и будет сделано все, чтобы вопросы обеспечения свести к нулю.